Я ректор 9-го отряда. Почему именно я должна стать председателем парламента? Да просто! В первую очередь я замечаю любую мелочь. А еще я быстро доставляю любую информацию. А еще я сильная духом. И не только. Ну, Маша, верни мне уже мою футболку, быстрее! Я максимально стрессоустойчивая и никогда не обращаю внимания на изменения. А еще я просто душевный человек. Делаю вдох, так пахнет и он.